Ребята, всем привет! Вас приветствует канал «Страна Игрляндия» и, конечно же, наши питомцы, за которыми, я надеюсь, вы успели соскучиться. Давайте же скорее посмотрим, как поживают наши подопечные. По-моему, у них все отлично. Кстати, ребята, ну а вы пишите, как у вас дела, как настроение, какие планы на сегодняшний день. Ну вот какие же молодцы! Хэнк и Том приняли утренний душ. А вот чумазая Анжелка сразу же принялась за завтрак. Ой, Хэнк, что с тобой? Вот глупыш. Ребята, наш Хэнк так проголодался, что чуть не откусил себе руку. Да и Том никак не может определиться, что бы он съел. Поэтому я дала ему волшебный коктейль. Ну а пока наша Анжелочка будет купаться, давайте мы Хэнку купим каких-нибудь вкусняшек. Ради шутки, я купила ему перец чили, порцию обалденного мороженого и банан. Посмотрим, как он отреагирует на острый перец. Да, конечно же, он немножечко островат. Но, по-моему, он остался доволен и больше кушать он не хочет. Ну, а самое главное событие, ребята, это сегодняшняя вечеринка. Ребята, давайте мы нашим питомцам устроим вечеринку в африканском стиле. По-моему, идея очень прикольная. Том даже успел себе купить афропарик. Да и Хэнку очень понравилась африканская тематика. Даже Анжелочка сделала себе афроукладку. Ну а так как наши герои находятся на Гавайских островах, поэтому мы им наденем гавайские костюмы. У Тома есть отличная гавайская рубашка и шорты, ну а у Анжелочки гавайский сарафан. Какие же все-таки занятые наши питомцы. Том, как обычно, отправился в командировку, а вот у Хэнка началась фотоохота. Это его хобби, словно работа. У него нету ни одной свободной минутки. В принципе, как и у Тома. Ну а Анжелка без ума от своего нового образа. Ребята, кстати, а как вам новые прически наших персонажей? Согласна, это очень необычно, но зато прикольно. Кстати, пора нашей красотке переместиться в тропический рай. А Том в это время посетил новую страну Науру. Ну а Хэнк делает фотосессию на водопаде. Кстати, к нему в гости пожаловала редкая полярная сова. И очень прикольный кролик. Хотя, в принципе, к нашему Хэнку в гости приходит много необычных, редких и особенных животных. А вот наша Анжелочка решила даром времени не терять и выиграла одно мегазелье. Надеюсь, ей и в этот раз повезет, и она выиграет еще один какой-нибудь хороший приз. Здорово, ребята! На 40 монеток наша кошечка стала богаче. Снова, ребята, к нашему Хэнку пришла в гости редкая ядовитая лягушка. И, по-моему, старый добрый ежик. Да, это старина еж. Ну, а Том на сегодня посетил последнюю страну Бурунди. Еще чуть-чуть, и в альбоме Тома не останется места для новых фото. Ребята, мы чуть с вами не забыли о макияже Анжелы. Но сейчас мы это все исправим. Ведь даже на пляже наша кошечка должна быть красивой. Ну а Тому давайте наденем желтые очки от солнца. И пока Хэнк будет разлаживать прикормки и приманки для новых животных, наш Том ознакомится с ежедневным заданием, которое ему сегодня предстоит выполнить. Да уж, ребята, видите, прежде чем нашим питомцам повеселиться, им нужно сначала поработать. Ну да ладно, давайте не будем отвлекаться. Нашему Тому сегодня нужно поиграть в мини-игру «Космическое пианино». И при этом набрать 20 очков. Ура, ребята, как же быстро Том справился с заданием. И получил награду 30 золотых монеток.
А вот наша модница решила переодеться, ведь у нее где-то есть пляжное платье. Кстати, а вот и оно. Наконец-то наш Том вернулся домой. Эх, и по-моему, он никогда не научится хорошим манерам. Ну да ладно, это не важно, ведь мы его любим такой, какой он есть. Ура, ребята, наш Хэнк тоже освободился, и теперь он может немножко поиграть. Кстати, мы также сегодня не играли с Анжелой. И пока наш Том занялся небольшой перестановкой, мы с нашей кошечкой и песиком Хэнком поиграем в какие-нибудь пляжные игры. Хэнк займется надуванием пузырьков, ну а Анжела сложит на пляже несколько крошечных пазлов. Ну а Том, как обычно, обожает новую перестановку, и, по-моему, он остался очень доволен. А давайте его угостим вкусной конфеткой на палочке. Наш Том очень любит сладенькое. А пока у него появилась свободная минутка, можно сходить в магазин и запастись продуктами к вечеринке. Ведь на острове очень жарко, и первым делом нам нужно запастись напитками. Мы купили газировки, также взяли еще несколько стаканчиков черничного компота и, конечно же, колы с ледом. Эу, Том, но этого мало. Давай еще возьмем фруктов. Побольше клубники, можно взять арбуза и других полезностей. Ну а нашему Хэнку, видимо, надоело надувать пузыри, и он решил поиграть в другую мини-игру. Наверняка он услышал разговор о фруктах и решил устроить настоящий фруктовый бум. Ну а Том молодец, все еще совершает покупки. Он взял несколько порций огненного перца, также запасся для любителей остренького лука. И, конечно же, не забыл про десерты. Кстати, наша Анжела тоже решила последовать примеру Тома и подготовиться как следует к вечеринке. Ведь к нашим питомцам придут много друзей. А это значит, что еды должно быть много. Давайте посмотрим, что же купит наша Анжела. Как обычно, много фруктов и овощей. Конечно же, она не забудет про сладости. Ведь скоро эти вкусняшки исчезнут, и поэтому нужно ловить момент. Еще на всякий случай можно купить колы, сладких вафель с медом. Также, я думаю, друзья оценят попкорн и, конечно же, пиццу. О, у нашей же Анжелочки есть замечательный зеленый коктейль и очень витаминный ягодный десерт. И напоследок можно купить еще апельсинового сока. И я думаю, не лишними будут конфеты и молоко. А вот и Хэнк решил сменить вид деятельности. И сейчас он попытается поймать мартышку. Ой, ребята, а я даже как-то сразу и не обратила внимания, что наш Том решил немного охладиться с помощью снежного шара. Я думаю, что прохлады ему уже достаточно, поэтому мы вернули ему телевизор. Только, видимо, он ему пока не нужен, ведь он собрался в побег. По-моему, это самая интересная игра на острове. Побегать на природе – это очень здорово. Ой, ребята, а вы заметили, что наша Анжелка стала розовая? Наверное, она перегрелась на солнышке. И, возможно, это она готовит вечерний образ. По крайней мере, магический макияж с блестками она сделала. А вот и Хэнк решил купить что-нибудь вкусненького. Пока наш Том подвергается различным опасностям, Хэнк решил купить очень вкусный кусочек торта. Уж очень у него аппетитное мороженое и торт. Ну что, дружище Хэнк, давай мы тебя переоденем, снимем с тебя гавайскую юбку и наденем гавайскую рубашку. Ведь скоро вечеринка, и все должно быть в тему. Ну вот, наши герои практически готовы. С минуту на минуту к ним придут гости, а вот Том все еще путешествует. Ну а я надеюсь, что он скоро вернется. Ты здорово! Еще немножко еды у Анны.
Анжелы и 50 монеток у Хэнка. Классно, ребята! Наш Том заработал много монеток и установил новый рекорд, с чем мы его сердечно поздравляем. Ну а на этом, ребята, все. Не будем отвлекать наших питомцев. Давайте им пожелаем прекрасного отдыха. А я с вами прощаюсь. Всем пока и до новых встреч. И, конечно же, жду с нетерпением ваших лайков и комментариев.